Люся, что там? Что у Степы? Ну зачем ты рвешь клубнички? Ну посмотри, как Степа. Хорошо, Люся. Ты посмотри на нее, а? Выпусти Степу со своей любовью. Ой, Люся. Ну, Мила пришла. Чего ты? Мила к Степе пришла. Чего ты? Люсь. Мне кажется, надо... Мила. Разъединить кого от кого? Люся не собирается разъединяться. Стёпа, это платьечко покупали на Люсю. Но Люся слишком быстро вырос. Что тебе? Ты посмотри, ты уже... Нет, надо трюселя одевать. Памперсы кое-как уже. Люся. Что? А? Ушел? Да? Люська такая, так, скажи, папа, мелкими перебежками я Степку закрыла. Люсь, ну у них хорошие отношения с Милой. Чего ты? Скажи, мама, ты уверена? Люсь. Что? Да не трогай ты Степашку, Люсь. Это ужас какой-то. Люся, оставь его, он с Милой будет. Нет. Люся. Что? Ну, ты ко мне. Хорошо. Степашка тоже идет ко мне. Ну, он красавец какой. Писаный. Давай ты пойдешь к папе. Люсь. Иди ко мне. Ну, что ты... Люсь, ты посмотри. Иди ко мне. Это она его приблизила так. Не лезь в телефон. У меня ухайдохали уже один телефон. Мила. Степки. Так же, как и Люси, очень идет. Люся, оставь очки. Оставь. Последние очки остались. Кошмар какой-то. Нет, скажи, я к тебе пойду только вместе со Степашкой. Люсь, Алюсь. Спи, моя радость. Ей заклепки нужны, понимаешь? Ей не так Степашка, ей клубнички, ей заклепки. Вот, пауза. Все. Люсь. Ну что это такое? Ну что это такое, а? Ну он хочет с папой побыть. Скажи, я хочу с папой побыть. Люся, ты куда? Люсень. Что? Милу увезти? Тебе спокойнее будет? Мила, иди сюда. Мила тоже не хочет уходить, ты понимаешь? Ее тоже... Я выведу, да, она опять заходит. Мила такая же, как и вы все. Никто не хочет уходить. О, и Жорик. Кто-то тоже. Жорик? Что? Что? Что сделать? Вот. Люсь, иди сюда. Люсь. Пошли к Миле, пошли. Жоя такой скажет, я не понял, что там в моей квартире делается. Что там уже, скажи, а за оленей поприводили? Люсь, вот тут она, понимаешь, как бы вот садится на голову, Люсь. Уже оторвала? Конечно. Ну, так как мы решили, что ремонт уже, в принципе... совсем близко, то мы решили вообще из-за этого не нервничать. Да, Мил?
Мне Степка нравится. Милка зачастила к нам. Да, она вообще не выходит. Она сегодня вообще целый день. Я ее только выведу. Люсь! Это ужас какой-то. Мила, пошли. Пошли, Мил. Мила, пойдем. Мил, пошли. Пошли на улицу, пошли. Мила. Мил. Пошли, чтобы Люся успокоилась. Мила. Пойдем, пойдем, пойдем. О, Мила, пошли на орешки. Пошли. Вот тут яблочко, пошли. Пошли, моя красивая девочка. Пошли, 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 пошли. Пошли, Билл, пошли, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, тут, смотри, пастила. Иди на. Мил. Мила. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Мила. И вот так целый день. Милу уже из дома не уговоришь. Милочка, иди ко мне, иди. Иди, моя кошечка. Иди, иди, моя зайка. Иди, иди. Мил. Там уже Люся пошла смотреть, Мила. Давай, 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 давай. Мила. Так, яйца не надо. Это Люси. Вот. Ой, укусненько. Вот видишь, а ты не хотела. Все, нету Милы. Все. Все. Что? Люся. Праздник. Милу увели. Что ты его закутываешь? Очень интересно. Ты его накрываешь? Люсь. Люся, обои тебе оставь в покое. Ваня, а у нас там пришла посылочка. Да? Что? Чего ты меня кусаешь? Посылочка пришла. Да. О! Ух ты! Степа, вставай. Степа. Тебе надо из этого наряда, из юбки, сделать штаны. Люсь. Надо прочитать. Так, подожди, да, я прочитаю. Дай. Дацко Люся. Галина Викторовна. Московская область. Скажи, Степа, я тоже почитаю. Люся. Степочка, иди ко мне. Люся. Да ну шо ж ты. Опа, ему. Смотри. О, Люся, с днем рождения. Надпись. Люся, это тебе уже. На 14, смотри. На 15 число пришла посылка. Степуша. Давай, давай, отодвинемся. Слушай, мне кажется, что. Подожди, подожди, подожди. Я сниму с него этот целлофан, мне кажется, ему мешает. Ну, все. Я сняла целлофан. Так, давай, письмо. Люся. Люся, письмо. Ну, Люся! Люся, дай, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, дай. Мы еще не успели прочитать. Люсь. Люсенька, ну отпусти. Сожрала пол письма. Дай сюда. Да, Галина Викторовна. Да. Но я надеюсь, что она не основное. О, тут такое. Добрый день. Ну, я так думаю, что Татьяна и Влад. Обожаемая Люся, Степашка и Ангелиночка. И все-все зверушки. Отправляю вам еще одну посылочку. Торопилась, вышивала картину на день рождения для Люси. Рамку не заказала. А ну, подожди, подожди, подожди. Люсь, Вадя, ну что, чтобы она ничего не, там не порвала? О, конфеты. Так, это конфеты. Подожди, ладно. Это надо как-то... Давай я с ней поделюсь одной конфетой, и тогда мы на 5 минут... Подожди, я должна сложить. Так, боялась, рамку не заказала, боялась не успеть с подарочком. Отправляю. Так.
Это ужас. Где еще кусочек? Так. Ну, шут, по-моему, она кусочек. Так, отправляю вкусняшки для всех. Я так понимаю, почему буква Х в конце. Вкусняшки для Степана. Вкусняшки нет, я думаю, что для всех. Люся. Степашка уже все сказал. Так, я скажу, не понял. Да? Давайте, главное, картина, чтобы она... Ух ты! Обнимашки, рисунок на ткани. Ой, смотри. Люся со Степашкой. Надо будет написать. Люся со Степашкой. Это же вышивка. Вышивка, да, да. Это алмазная вышивка. Такая же вот, как у нас на стене. Нет, это немножко... Не такая, не другая. Это бисером. Ну, бисером, а там? А там камешки. А тут, да, а тут бисером. Ой, вот это сколько? Да. Обалдеть. Сколько времени нужно было вышивать эту картину? Так, и где она у нас будет висеть? Рамочку мы найдем. Спасибо. Так. Люся! Скажи, а что я? Да. Это же, скажи, мне на день рождения, да? Опа, так, важные полотенца, Люся, для твоей опы, мини-сушки с маком, это они у нас все тоже маленькие сушки, и тут мини-сушки, это конфетки, батончик Ротфронт, это у нас пастила смородина. Так, а что там за конфетки, что ты ей даешь? Вон. Это пастила ванилька. Это леденцы для Влада. Спасибо. Спасибо. Так, это вот такие конфетки. Укусненькие какие-то. Пинк. Кремовая начинка, глазированные. Это для Ляли. Вот такие мерси. Видно, мерси за спасение Люси. Так, это... Ой, упала у меня. Это Рафаэлка. Спасибо. Степа. О, это у нас конфетка такая. Мягкая карамель, кокос, миндаль. Степа, тебе что там не дали, так ты тут решил? Это опять для тебя. Карамельки. И еще какие-то такие же, видно, жевательные, да, такие как раз, как вы сейчас едите. Степа, Степ, вот оно тебе точно не надо. И целая куча для всех. Шоколад. Молочный шоколад. Степ, а это для тигра. Смотри, какой, 1500 пазлов для Ангелины. Ну, очень красивый. Ангелине теперь будет. Как у нас сейчас спокойно, тихо прошла распаковка. Люся. Люся, все. Все. Так, вынимай. И этого любителя конфет. Так, Степа, тебе конфеты не нужны. Вадь, забирай его. До сюда. Так, сейчас. Так. Не знаю даже куда. Нет, мне кажется, вот сюда нужно будет. Вот тут. Сбоку, вниз. Не хочется. Ну, или вот так, да, возле моего стола. Рамочку сделаем. Вот, сколько у нас красивая. Очень вышивка. Не-не-не. Нет, где-то тут может будет. Здесь еще. Да, где-то может будет здесь. Тут. Главное, надо рамочку. Сделаем ей. У нас нет рамочки? Есть. Очень красивая, тонкая работа. Может, Влад даже сейчас и сделает. Не-не-не-не-не. Картины с одной стороны, а там фотографии.
Ну, может быть, и тут, да, это вышивка. Там картины, тут вышивка, да. Тут повесим, сделаем рамочку. Тут фотографии. Мне эта тоже фотка очень нравится. Такое сердечко. Ангелина, Люська, Влад, Олег Алексеевич, да. Все в большом сердце. Да, Люсь? Води все хорошее. И как вас люди любят. Сегодня сколько было людей. Сегодня, кстати, тоже, Вадик, люди передали там и на входе, а это тоже тебе, вот смотри, передали кофеек. И держи, и вкусняшку какую-то. Шоколад. Шоколадные конфеты. Клади кофе. Сегодня вербное воскресенье. Сегодня, да, у нас вербное воскресенье. Друзья, еще раз хочу всех наших подписчиков поздравить с этим замечательным днем. Очень хочется пожелать мира. Вот мира в ваши дома. Мира в ваши страны, в наши все страны. Потому что у нас подписчики, ну, там больше 50 стран. Смотрят. Хочется, чтобы не было войн. Хочется, чтобы у всех было здоровье. Хочется, чтобы был достаток в домах. Да. И хочется, чтобы все жили в позитиве. Скажи, мы со своей стороны, да, будем нести позитив сегодня. Мужчина подходил, говорит, я сам, говорит, они с... Подожди, не помнишь? Самара, да, Самара. Ребята приехали, несколько человек. Говорит, я, говорит, тамада веду, говорит, свадьбы. Сам, говорит, мне, говорит, 55 лет. Говорит, ну я, говорит, сижу и смотрю, говорит, Люську со Степашкой, говорит, как приклеенный. Говорит. Хотя, говорит, казалось бы, взрослый мужчина, но мы видим, что это радует Люсь. Ну, дай ты ему свободно походить, а. Ну, залюбила. Как только Люська вот это посидит, показывает, что папа, открывай. Тот самый, мы будем туда идти со Стёпкой. Сюда, да? Да. Сюда? Заходи, давай. Давай. Я скажу, мы только вместе. Давай. Только вместе. Оба. Давай. Вот так. Все, господи, бедный этот Степка. Там больше нет у нас посылочек. Посылочка, кстати, у нас есть небольшая посылочка еще. Давай. Да? Да. Улыбка Джоконды. Люся. Улыбка Джоконды. Степа. Степ. Ну давай. Ой, как он обнимает. Да, как он лапки протягивает. Блин. Такие дети хорошие.